Ждем наш заказ. Мне кажется, вот его и несут. Здравствуйте. О, какая вкуснятка. Да, это моя лапша. И это, ребята, на одного человека. Она уточнила, на сколько человек. На одного. Вот сдача с моих денег. Ага. Все, спасибо. А, Сися. Сися. Все супер. Теперь я буду рассказывать, что я кушаю. Я немного не переборщил. Там была большая, ну, фотография, там не разберешься же, какая там пайка лапши. Там на одного и на два. Да, там просто на одного более мелкая, цифра мелкая стоит, ну, поменьше. А которая на двоих, она покрупнее. Я уцепился за покрупнее, которая. Она уточнила. Но это действительно на одного все равно большовато такая вот. Ну, вот давай раздели, нет, нет. Вот посмотрите, это говядина. Говядина настоящая. Лариса взяла себе ризотто. Я как понял, это самое тоже говядина. Супчик. Ну, рису здесь на всю семью, блин. Ну, килограмм полтора, да? Ну, морковочки. А у тебя там тазик. Так, я не помню, я пить заказывал, там же что-то нарисовано было, да? Ну, везде, вот посмотрите, фирменные логотипы. Мистер Ли, мистер Ли. Да, еще на ложечке вот там есть. Мистер Ли. Но это и не видно. О, поварёшка какая. Это накладывать что-то, наверное, да? Это ты в тарелочку себе наливаешь. Тарелочку наложить, все. Да. Ага. И вот такое вот кафе. Сейчас я выйду и покажу снаружи, какой да, должен логотип. Не, потом я буду кушать, Лариса. Так. Вот он. Вот он, мистер Ли. Короче, в семье должно все правильно быть. Кто-то первое есть, а кто-то второе. А кто второе, да? Ну все, всем приятного аппетита.